только что стал чемпионом Казахстана. Привет, Рус, расскажи, как настроение? Привет. Ну, настроение классное, то есть я добился того, чего хотел. На самом деле матчи были, в принципе, проходили при моем преимуществе, то есть я должен был выигрывать еще вторую игру, то есть просто пару раз сильно торопился, ошибался. Шар, конечно, тоже очень сильно играл, но он перегорел, скорее всего. Но я думаю, что за ним будущее будет FIFA, так как я, скорее всего, планирую в этом году закончить играть, потому что просто я устал уже. На самом деле, я, конечно, рад, что я стал лучшим в Казахстане, я выиграл СПЛ, теперь это у основного соперника. Просто как бы финальный матч такой получился, хотя мне очень сильно мешал дождь. Я практически не играл весь год в дождь, потому что дождь был запрещен, а теперь он стал разрешен по новым правилам. Я просто счастлив, что выиграл. Хорошо, как тебе умудрилось так вот раскатать третий матч 7-0? Ну, это мораль на самом деле, то есть Шарк сильно занервничал, когда пропустил первый, второй, когда пропустил третий, это был звоночек, а когда дальше уже забивает четвертый, отыграться практически нереально. Понятно. Какие планы на Корею? Планы на Корею, даже не знаю, то есть на самом деле я думал, ехать или не ехать, по-прежнему так думаю, потому что, во-первых, у меня по работе есть важные дела, во-вторых, просто по новым правилам я практически не тренировался, но при этом здесь уровень более-менее показал, я не знаю. Ну, естественно, если я поеду, я буду ставить цель выйти из группы. Я думаю, что в данный момент ежик, может быть, обрадовался, может быть, расстроился. Но думаю, он обрадовался, что я прошел, потому что мы договорились с ним встретиться в Корее, несмотря на то, что лететь надо 10 часов как бы, и так далее. Ну, опыт есть, в Штаты летали, так что думаю, прорваться. 6 часов прямой рейс. 6 часов вообще халява, потому что он сказал ему 14. Лететь, так что, я не знаю, может, на автобусе летит, конечно. Понятно, ну ладно. Спасибо большое за комментарий, удачи тебе. Спасибо.